мы перебалансировали и улучшили характеристики ряда стволов, которые, по нашему мнению, немножко отставали от своих собратьев по категории. Изменениям подверглись такие стволы, как Heckler & Koch MP5, MP7, AK9, пистолет-пулемет AUK и другие. Например, Heckler & Koch MP5 — это оружие, с которым все наши инженеры начинают свой путь в игре. В реальной жизни это очень хорошее и эффективное оружие, но показатели эффективности этого оружия были самые низкие в игре. Это было самое малоэффективное оружие. И конкретно этому пистолету-пулемету мы подняли урон. Уверен, что для своей категории, для начала игры, теперь инженеры будут на равных со штурмовиками, медиками и снайперами.